Коллеги, рад представить вам очередную версию ВНС-сервера. Видим простейший проект на Logix, генерирующий синусоиду с не очень большой точностью. Все это занимает у Logix 4,6% CPU. Можем пощелкать на кнопки. Просто пикает по верхней кнопке переход. Можем задать значение на тачскрине, применить его и увидим на экране. Повторимся то же самое при помощи VNC-сервера. VNC-сервер требует аутентификации. Пароль администратора у нас единичка. Авторизуемся. Как мы видим, VNC-сервер около 7,9%. Перейдем на главный экран. Сейчас VNC запущен в режиме экономия CPU. Можно сравнить. Потребление занимает VNC сервер 5,9, 9,6%, 9,5, 6,3, 8,2. Через VNC-сервер то же самое управление. Пожалуйста, 30 из клавиатурки. Нажмем Enter.